за праздник был в семье Плюшек? Сегодня с утра пекарь-кондитер вытащил из духового шкафа целый противень румяных сладких плюшек с маком, корицей и изюмом. И каждая была настоящей красавицей. А как они пахли! Какими восхитительно мягкими были их бока! Красавицы шушукались и хихикали, совершенно не замечая маленькую темную булочку в самом углу противня. Сказать по правде, эту маленькую плюшку нельзя было назвать даже симпатичной. Один бок у нее изрядно подгорел, сквозь хрустящую корочку некрасиво торчал изюм. А внутри... И это был страшный секрет. Плюшка вообще была черствовата. Сидя рядом с красавицами, она вслушивалась в их разговор и улыбалась. А у меня внутри конфитюр, похвасталась румяная пышечка справа. Зато меня хорошенько смазали яичным желтком перед тем, как достать из печи, ответила золотистая сдоба. А ваш конфитюр давно уже вышел из моды. Смотрите, как красиво, сказала вдруг маленькая плюшка с подгоревшим бочком и кивнула на окно. Там, за стеклом, был солнечный день, и по голубому осеннему небу плыли тонкие белые облака. Шум и смех румяных плюшек на мгновение стихли. Все обернулись, чтобы посмотреть на подгоревшую. Та рассеянно улыбалась. «Ха, черная, а туда же!» – надменно произнесла самая большая плюшка с маком. «Выскочка, малявка!» – зашумели вокруг. «Посмотри на себя! Разве может приличная выпечка быть такой черствой, такой неказистой? Разве кто-то захочет тебя съесть? Никому не нравятся сухари, дорогуша. Знай свое место!» Маленькая плюшка испуганно замолчала. По пригорелому боку покатилась сахарная слезинка. Немного подостыв, плюшки красавицы торжественно и со всеми почестями перебрались в витрину. Ах, какой чудный сверкающий мир открылся их взору! Кого здесь только не было! Рядом с плюшками на серебряном подносе стояли красавцы-торты. Галантно кланялись дамам маффины с черникой. Смеялись и шутили беззаботные воздушные эклеры. И даже клубника в шоколаде иногда перебрасывалась парой слов с загорелыми пирожками. Маленькая подгоревшая плюшка ничего этого не замечала. Она стояла на простой белой тарелке за блестящей витриной и могла видеть только официанта, что время от времени подходил с тарелкой в руках и доставал очередную румяную красавицу для кого-то из посетителей кофейни. Маленькая плюшка смотрела в окно, и с голубого неба постепенно превращалась в темно-синее. «Ах, плюшки были правы», – подумала она. «Наверное, такие, как я, и правда никому не нужны. Ведь горелки никто есть не станет». В этот момент в кофейню вошла невысокая, элегантно одетая старушка. В руках у нее была сумочка, а на голове – шляпка. Она села за маленький столик и аккуратно сняла перчатки. «А будьте любезны, принесите мне кофе без сахара и отдельно теплое молоко», – услышала плюшка. Голос старушки показался ей необычайно мягким, как свежий мед. Она закрыла глаза и слушала, слушала. «А еще я хотела бы», – улыбнулась старушка, – «съесть плюшку. Только будьте добры, принесите мою любимую черствую плюшку. Ее так вкусно макать в кофе». В блестящей витрине раздалось завистливое шушуканье. «Сию секунду, Ваше Величество», – ответил официант. И пошел за маленькой черствой плюшкой, той самой, что хранил на отдельной полочке за витриной специально для королевы.